Отец Тани, Александр Плаксин, только подливал масло в огонь, скандалил с Успенской и настраивал дочь против матери. Таня постоянно становилась свидетельницей отвратительных сцен. Он меня запугивал. Значит, должна была перед концертом на пресс-конференции быть. Он мне таких синяков наделал. Ну, конечно, это стресс для любого человека, для любого ребенка. И мама старалась сохранить хотя бы вот эту оболочку. Пусть она даже и поверхностная, и внешняя, но хотя бы, чтобы была вот оболочка полноценной семьи. Но они просто не подходили друг к другу.